старайся снимать на нас будет. Ну, я в трусах, ты меня снимаешь. Да ты вечно в трусах. Ну, а что? Хоть шорты бы как-нибудь одевал. Ну, что теперь поделаешь? О чем? Если ты всю жизнь не ходишь, родился в трусах. Сколько стоит? Ну, давай, а там пробил, что ли? Наверное? Ну, да, у меня кукуруза пробил. Сколько стоит кукуруза? Сколько стоит кукуруза, Зим, ты? Вот тут смотри. 5, да, вот написано. 5 рублей, вот да? Вот 5. Да, я тебе должен денег давать, а не ты мне. Ага. Слушай, я у тебя купил, так я еще, ты еще денег мне даешь? Ну давай 5, давай 50. За 50 я у тебя возьму. Потому что у меня 5 нет, вот здесь самую мелкую монету. Так, 50 рублей, пожалуйста. Сколько стоит вода? Что-то она мне все время как какую-то белизну напоминает, такая бутылка. Солнце сколько белизна. Стоит белизна? Белизна, она стоит... Пробивай ее. Пробивай мне ее. Штучка же у тебя вот эта есть, Дим. Она покажет себе. Папа не с той стороны кладет. А, да зачем сюда-то? Для штучки. Вот, для штучки. То, ну какая разница? 124, да? Смотри, 1, 2, 3, 4. Ну, я мелочи 1, 2, 4, нет, 4, поэтому 500. Я дам 200. А. Пожалуйста. Белизна. Ой, вода. Белизна. Сколько стоит кетчуп томатный? 1. Чё? Какая у тебя цифра? Первую цифру смотри. Вот 1, 2, 3. Нет, 6, 3, 2. 632 рубля стоит кетчуп. 632. Дам 700. Так, 632. Значит, 500. 100. Где у меня 100? Чё, нету? А, есть 100. 600. Ну, 32 нет. А ведь дам еще 50. Вот, пожалуйста, 650 рублей. Пожалуйста, маску оденьте. О, простите. Надо было сразу одевать маску. Забыли. Забирай свой кетчуп. Или ты нам его даришь. Дим, ты должен требовать маску оденьте. Оденьте маску, иначе я не буду вас обслуживать, да, Дим? Скажи, карта есть? Карта. Карта магнита есть? Отдел, смотри. Дим, карта магнита. Давай я сейчас. Так, сливки почем? Не туда. А, не туда. Дима, ты должен говорить. Берите по акции, берите кофе по акции, берите чай по акции. Почем она, Дим? Там такая цифра, я даже не сказать. Сейчас скажу, подожди. 632 миллиарда. Ну, долларов. Давай 632 миллиардов. Ты там прилипла? 632. Жалко, что не копия. И сок прилип упал. 632. Миллиона долларов. 500. Кисочки дорогие, обалдеть. 500. А ты что, даешь ты ему? Нет, это у нет, себя. Я у тебя покупаю. 500. Ну, так как у меня что-то маленьких долго. Сосенок нет, я дам большую сосенку. 600. Ага. Знаешь. 50. А. Пожалуйста. Почем белизна? О, вода. Белизна. У тебя уже нет места, смотри, тут надо скинуть. Оп, нолик, видишь, нолик, скинули. Теперь ее пробиваешь. На, пробивай. Так, чик. Сколько там? Один раз, думаю, надо. 58. О, а тут и ключиком надо открыть. Да, ключиком. Да, он где ключик-то? Ну, ты его где-то потерял, наверное. Так, 50 рублей дам, а 8 рублей в пользу клиента. Мы вам прощаем 8 рублей. Хорошо. Завтра занесете. Завтра занесете, да. Что там дальше? Что это такое, Дим, ты знаешь? Пилочек. Ну, папа. А, подсказал. $30. Тут у меня такая мелочь. Да что ты, как будто тебя рубль попросили. Здесь есть. Здесь я так одни крупные купюры. А ну, ага, они папа, просят без Дима сдачи. Уже это дальше. Просят пробивает. Без сдачи. А, я знаю, где у нас мелочь. И плюс. Я за мелочь схожу.
Да? Да. Куда? В магазин? Разменяйте, пожалуйста. Я сейчас за мелочь схожу, подожди. Какую ты берешь? Мелочь, мелочь за мелочь. Нет, это здесь не настоящие деньги? Нет. Какие? Ко мне в комнату ты что пошел? Ты сеська мамина? Вот тебе 19 рублей. Какие-то там даешь. Ну вот он потеряет. Ну что он мелкий насчитал, у меня таких мелких нет. Ну ладно, давай следующую. Курицу. Да, плюс 8 еще должен был, вот теперь как раз получается. Курицу ты же про... Или ты что, сейчас там перчик что ли брал? Перчик, да. Еще последний курица что ли? 124. Ну хоть 124. А тебе сколько надо куриц? 5 штук что ли? 124. Еще корзинка. Так, на тебе 100. И за корзинку. А корзинку я не беру, корзинка в магазине останется. Да что ты скажи. Охранник. Возьмешь, куда денешься, да? Охранник. Заберите корзинку 124. Сразу две бутылки воды беру. А ну-ка, папа. Сброс. Дядя, тетя, деда. Деда, меда, деда. Что там? Ну, нажимай на кнопочку. Что там пищится? 67 рублей. Да? 67, давай. Давай, Дим, 67 рублей. Ну, на... по карте? Ищи полтинник 50. Или наличными будете? Ну, сейчас, ну и скажи. Сейчас, пока банк. Нет папа. Связи с банком. 67. Давай вот эту вот сотку. Вот, сдача. 67. Пожалуйста, ваша сдача. Забирайте. О. Так, это ваш товар? Да, это наш товар. Выкладывайте. Ну, ты должен брать следующий, двигаешь. Ты пробил, дальше нет. Двигаешь. Он должен на ленту положить. Ладно, да куда? Что ты? Отложу. Какие мы хитрые. Так. 50 рублей. А там что, прям вышло? Ну, я так эту, так сказать, округляю. 50 рублей на покупку Жигулей, Дима. 50 рублей. Дима, не спим. 50 рублей. А где у тебя 50 рублей? Дима, молчи. Вот полтинник. 50 рублей, да. Спасибо. Вот, молодец. Спасибо, что без дачи. Одевайте маску. Так, это все, что куплено сюда. Так ты одеваешь маску, покажите. Маску так представляешь, в очередь здесь маску оденьте. Одела. Дим, что дальше у нас? Да, это так, это ваш кетчуп. Что же вы молчите? Кукуруза. Кукуруза, так, кукуруза. Почему не взвесили? Что тут? Что-то вы это щелкаете слишком много. У нас одна кукуруза. 100 рублей. А вы пробили 5 кукуруз. У меня не работает. Да что ты? Ну давай, я сейчас буду звать этого кого? Начальника. Какого? Директора, может, сказать? Он мне сделал отмену. Отмена! Нет, ты один раз нажимай, что-то 5 раз. Одна кукуруза. Давай. Вы что-то там нам, по-моему, обманываете. Так, все правильно. Товарищ. 100 рублей, 100 рублей. Какой, там, кукуруза, кассир. Кукуруз стоит 100 рублей. Товарищ кассир. 100 рублей гони. Гони. С вас 100 рублей, пожалуйста. Давай сотку, у тебя вот там она. Что-то ты много дал. Дим, ну ты мне что-то много дал. За такие 2000 деньги... ждал, обалдеть. За такие деньги вообще... можно целое вот поле купить тебя... кукурузное. Вот же у тебя 100 рублей. Вот давай они. Сюда. Вот. Вот 100 рублей. Вот пойдешь в магазин, тебя обманывать будут. Да, Дим, надо тебе уметь. А так, а кетчуп мы уже купили или не нет. Купили? Нет, давай. Так. Кетчуп. Так. Кетчуп. 50 рублей. 50 рублей стоит кетчуп. Давай, стойте сдачу, да. Стойте, да. Пап, покажи лайк. Снимаешь меня в трусах, а? Ну как не стыдно? Ну давай, что? Вот 100. Где же это 100? Ты мне тут 2000 дал. 2500. А что там? 100 рублей, Дима. 100 рублей же, вот у тебя сотки лежат. 100 рублей вот. Ну ты ему помогаешь. 100 рублей. Сидишь, ждешь ты. 100 рублей. Продлится у нас игра. А я вам сдачу. Всю ночь. А я вам сдачу. Сдачу. Там он уже ночь наступила. Ночью давно сейчас, не короткие. Так, что у нас там перец? Чай перец? Чай перец?
Перец, перец. Курица. А, курица. Ну, курочка. Любишь курочку, Дим? Да. 200 рублей. Ого. А сколько должно стоить, интересно? Ну, может, она 5 рублей стоит. Я купила рублей. Миллион таких, например. Курица стоит? 2 рублей. Это много, Дим. Две соточки 200. Давай, вон у тебя под кукурузой 200 лежат. 200 рублей зелененькие, зелененькие. Или зелененькие. Вот у тебя 200. Вот же они, Дим. Видишь? Ой, о, да, господи. Мама у нас. Да я... Вот о, 200 видишь? Рублей. 200. Дожди. Видишь, двойка. И два нуля, 200. 200, все, да. Все, отдаешь. А это не 200. Надо себе оставить. Не надо, не это надо. Другая. Это 2000 у тебя. И перец. Чай перец. То перец забыл. То перец оставил. Чай перец. Чай перец. Не мой. Что ты на меня так смотришь? А то сейчас... Твой перец? Это ваш перец? Да. А, ваш перец. Хорошо. Почем? Перец стоит 100 рублей. Да. 100 рублей. Давайте 100 рублей. 100 рублей. Это сколько? Не задумывался. Продавщица кто-то поднести. Ого, сколько ну, слава богу. Сколько ты там? 67 рублей стоит. Всего ты 67 стоишь. Трус, как ты, пап, дешево стоишь? Стоит? Она даже не пробивает. 92 рубля стоит. А, ну, трусы дороже, чем ты. Дивина кофта стоит? 124 рубля. О, Дима дорого стоит. 186 рублей, Дима, на сок. О, аж за сотку, смотри, переваливает. Ага. А мама? Сколько давай стоит? Давай на сок свой. Это мамины штаны и ток. 35 рублей. 35? О, нифига, я еще дешевле папы. Second hand. Ну давай руку мою маму. Давай нос, стоит? Нос, давай. Не хочу нос. Нос маме стоит 43 рубля. Ай, как дешево. Дешево маме стоит. Ай-яй-яй. А Дима сколько стоит, давай тебе. А Дима 67 рублей стоит. Дима дороже всех. Дима всех дороже. Стоит. Ну что? Давай.